На сегодняшний день город Сельцо отапливают две котельные станции. При этом стоимость тарифов у них разнится в среднем на 30%. Оборудование устарело, местные коммунальщики жалуются. Один из этих и при этом самый крупный объект был построен аж в 40-х годах. Теперь на смену еще советским технологиям приходят технологии суперсовременные, которых нет даже в областном центре. Компания «Брянскэнергосбыт» установит здесь новое отопительное оборудование. Ведется строительство котельной на 30 мегаватт. Это городская котельная, которая сможет потом обеспечивать теплом все население города Сельцо. Начались работы у нас с апреля месяца. За это время подрядная организация поставила фундамент, несущий крепление будущих стен котельной. А самое главное, установила многотонные котлы. К слову, это немецкое оборудование на данный момент одно из самых современных, полностью автоматизировано. Когда мы выбирали оборудование, это вот конец 2010 года, мы брали только лучшее. Только лучшее. Нас консультировали немецкие специалисты, которые сегодня, ну, как бы, number one, да, в области теплоснабжения. И поэтому, ну, думаю, что здесь и максимальная автоматизация, минимум человеческого фактора и максимальный коэффициент полезного действия, там, ну, ближе к 95%. Первую энергоэффективную котельную «Брянскэнергосбыт» запустил в прошлом году в Навле. Но этот проект по мощности в 30 раз превышает предыдущий. Котельная в Сельцо станет крупнейшим коммунальным объектом в регионе. Решение о ее строительстве оговаривалось напрямую с губернатором области. В прошлом году, весной, губернатором были озвучены самые острые проблемы. Где-то банкротятся предприятия, вот как было в Навле, например. Некоторые в силу особенностей бизнеса отказываются от выполнения социальных функций. Допустим, социалку не хотят топить, обеспечивать водой и так далее. И здесь, конечно, губернатор собрал крупный бизнес и с такой просьбой обратился. Новая котельная в Сельцо должна будет заработать уже совсем скоро. Подрядная организация гарантировала, объект будет готов к предстоящему отопительному сезону. Я думаю, что уже в конце сентября мы перережем ленточку. Совместно с «Брянскэнергосбытом». Ну, прежде всего, «Энергосбытом», а мы будем участвовать, я думаю, и губернатор будет участвовать, потому что он у истоков этого проекта стоял. Мы довольны теми отношениями, которые у нас складываются с инвестиционной компанией. Виталий Угримов, Дмитрий Комаров. События. Сельцо.